Волков решает помочь Захару решить проблему с конфискатом, чтобы закрыть все свои долги перед ним. Но в своем плане он не учел фактор капитана Кондратьева. Эльвира хочет добиться расположения Волкова, ухаживая за его сыном. Максим уверен, что неправильно эксплуатировать ребенка в своих амурных целях. Кутепов требует, чтобы про их с Мариной отношениях узнал ее муж. Отделение конной полиции направлено для участия в показательных учениях МВД. Максим собирается с духом, чтобы признаться Эльвире в своих искренних чувствах.